Всем привет! 5 декабря, с вами компания Fishdar DV. Ребята, сегодня на видеообзоре у нас икра Кижича, производитель Polyfishprom, вылов Охотск. Икорка у нас после дефроста, так как приходит она нам в замороженном виде. Ну что, друзья, смотрим, обратите внимание, какие зернышки. Ох, как же приятненько ее брать. Смотрите, какое зерно наикрасивейшее. Икорка разбористая, такая прям нежненькая. Друзья, икра Кижича очень вкусная и полезная. Ну что сказать, икорка и правда огонь. Налетай!